Так, доброго дня, а вот и новиночки. Отшили на складе новые шубы за неделю. Смотрим. Появилась вот такая красотуля. Цвет светлый, пепельный. Капюшон из куницы. Цельный. Куница очень хорошая здесь. Такая пышная, хорошая. Капюшон цельный. Вот он. Прямая шубка, поперечка. Цвет очень нежный. Манжет здесь отстегивается. Подольчик тоже отстегивается. Вот они отшиты, размеры все. Сейчас есть одна светленькая здесь красивая, тоже висит, спряталась у нас. Вот такая с поясом. Так, это вот, это из новеньких. Так, и отшита вот такая красотка. Это летучка с куницей, белая норка. Вот она, шикарно смотрится. Вот такая красотуля в наличии. Конечно, я думаю, не так долго она тут пробудет. Если нравится, вот пишите. Такая вот красоточка. Норка прям нежная здесь, белая. Вот, так и просится в руки шубка. Примерить хочется. Вот. Так, есть с рысью, темно-зеленый цвет. С куницей, черная классика, с куницей. Так, здесь расцветки разные, в орехе, светлые есть, вот они. Отшита, кстати, вот еще новинка, белая шуба, в пластине, капюшон чернобурка. Тоже пышная, пышная чернобурка, норка белая, пояс. И пластины. Вот такая красотка. Можно тоже заказать и ходить зимой в любой мороз. Красиво, нарядно. Будут отличные фотографии в такой шубке. Так, смотрим, что еще отшито. Так. Так, беленькая шубка отшита. Это модель кокон. Здесь она слетела. Модель кокон тоже. Вот такая шубка. С чернобуркой. Кстати, очень хорошо смотрится белый мех с пушистым, с чернобуркой. Зеленый цвет. Синие вот такие вот есть расцветки. Зеленые. Классика. Такой сиреневый цвет. Лавандовый. Вот, это новинки, что отшито за неделю, что успели отшить. Все доступно к заказу. Дорогие мои подписчики, сделал вам небольшой видеообзор со склада. Отшито новинки, классика, черные шубы в паркете с роскошным капюшоном из рыси. Шубка под пояс, норка велюровая. Рысь тоже пышненькая. Длина здесь 110 сантиметров. Так, всем привет. Мы на складе. Отшили модные пуховики. Искусственный эко-мех. Смотрится шикарно. Цвет светлый. Цвет графит синий. Качество на высоте. Пуховик вот такой с карманами. Эти пуховики недорогие, недорогие. У нас образцы есть в магазине. Вот такой пуховик. Тоже цвет графит. Вот такой пуховик есть. Такой цвет. Вот такой фасон. Такой цвет есть. Серебро и графит. Такой манжет. Такой манжет. Хорошие пуховики и недорогие. Вот, пожалуйста, эко-дубленки нашиты. Короткие автолит, дубленки, расцветки разные. Такие шубки у нас есть в наличии, розовые. Такие длинные эко-дубленки, все есть из недорогого. А вот и фотография. Классическая черная шуба с рысью. Белая норка, капюшон, куница, это летучка. Прямая шуба, пепельный цвет, капюшон из куницы. Это уже пошли пуховики. Пуховики, кстати, смотрятся отлично. Пуховики из эко-меха, цвет
Пудра, цвет графит, смотрится отлично. Размеры есть разные, 44, 46, 48. Примерно такие. Это новый фасон пуховика с норкой. Так, смотрим обзор шубы из норки с английским воротником. Это классика, норка велюровая, легендарная классика. На все времена, никогда не выйдет из моды. Причем шубка, я как вижу, великолепного качества. Здесь нету пластин, здесь нету обрезной талии. Вот, что очень ценится. Конечно, она немного дороже, но смотрится великолепно. Так, а вот еще одна шуба, тоже черный цвет, велюровая норка, но немножко другая. В чем разница, сейчас посмотрим. Но она вот более такая, посветлее, что ли. То есть черный цвет посветлее. Вот он идет. Длина 100 сантиметров. 100, 110, 115, может быть, такого фасона.